Салам, достор! Эфирде акын жакын. Бүгүн барабан этникалык перкуссия. Этникалык урма аспаптарды көрүп, талдаш үчүн биз Алматыга барып, уникалдуу барабан перкушн Бугарабу тобу менен тааныштык. Бүгүн акын жакындын өзгөчө чыгарылышы. Менин аңгемелешим Юрий Леонов жерге жалпак отуруп, дүйнөнү кезип жолуткан этникалык дүйнөлүү урма аспаптарды тааныштырды. Юранын кебинен башка Бугарабу тобу менен клиптерди жана башка кызыктуу видео көрөбүз. Баштайлы. Байланышта Юрий Леонов жана Бугарабу тобу, Алматы. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Леонов. Я музыкант, играющий на ударных инструментах класса перкуссии. Перкуссия – это такой класс ударных инструментов, который является очень удивительным и совершенно необъятным. Это целый океан музыки, ритмов. Что такое перкуссия? Перкуссия – это народные барабаны, этнические барабаны разных народов, на которых, как правило, играют руками, но есть и на тех, которые играют палочками, на которых играют палочками. Специализация у меня индийские барабаны, табла. Я проходил специальное обучение, был в Индии. Табла – это вот эти инструменты. Это очень древний инструмент. Он является классическим инструментом Индии, северной культуры, северной традиции, которая называется хиндустани. Называется табла. Еще раз подскажу. Все слышали этот звук, смотря индийские фильмы, например, да? Существует легенда о происхождении этих удивительных барабанов. Жила-была одна девушка. Она играла на индийском барабане, который называется мриданга или пакавадж. Он цилиндрической формы, то есть если мы вот так вот сложим, то он будет цельный. И играя на нем, либо держат на коленях, ну как правило, то есть, допустим, она играла так. И однажды она забеременела, и живот ей стал мешать играть, потому что держит вот здесь, невозможно. А не играть она не могла, потому что это была ее жизнь, ритмы, музыка. И она попросила одного мастера решить эту проблему как-то, как же быть. И он нашел решение и разрезал пополам цельный барабан, сделал два маленьких. Таким образом получились таблы. Значит, это бая, а это, собственно, маленький, это табла. Он деревянный, в общем, такое плотное дерево, кожаные мембраны, играют пальцами. Это самый сложный барабан из перкуссии, из тех, кто играет руками. Вот такой вот удивительный барабан. Мага уруксат берсеңер, Юранын аңгемесинин ылайыктуу клиптери менен коштоп турайын. Юра көрсөткөн биринчи барабан бул табла. Биздин эфирдин концертинен джем улантып, Закир Хусан таблада, Эрик Харланд барабанда ойношот. Көрөлү.
эфирде Акын жакын. Мен Жанбала. Бүгүн биз Алматыда Бугарабы тобунун коногубузда. Ар кандай өлкөлөрдүн урма аспаптары жөнүндө кеп салып жатабыз. Оюндун схемасы жөнөкөй. Юрий Леонов Бугарабы тобунун жетекчиси. Барабандар жөнүндө айтып баштаганда биз ал аспап тууралуу видео коёбуз. Но есть у нас и другие барабаны. Вот, например, вот такой вот барабан в виде кувшина. Он керамический. По сути, это и есть кувшин. О его происхождении тоже существует такая интересная легенда. Здесь тоже, так сказать, замешана девушка, которую отправили за водой. И вот она с кувшином шла за водой, шла, шла. Что такое? Увидела змею, испугалась и уронила кувшин. Он разбился, но не полностью. У него оказалась такая дырка. Она расстроена, пришла домой, рассказала обо всем родителям. Ну, ее отец был очень находчивый. Он так посмотрел кувшин, так интересно, что такое. Он сказал, так это же прекрасно, это же новый барабан. И дырка как раз где надо. Отлично. И они рассказали соседям, соседи другим соседям, и стали делать такие вот кувшины. Одни кувшины для воды, а другие для музыки. То есть сделали вот такую дырку. Называется он уду. 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 Вообще барабаны, как правило, приобретают свои названия по своему звуку, от своего звука. Это африканский. Индийский есть тоже, похожий барабан, он побольше. Но там только одна дырочка вот здесь вот. Называется гатам. Гатам. Там такая сложная система. Я скорее играю вот в индийской технике. Юранын кызыктуу аңгемесин уду деген аспап бөлүп өтсүн. Ринато Мартинестин Пинтандо Осю клипинде удунун керемет коңурунун угабыз. Тиги буда.
бүгінгі ақын жақын этникалық орма аспаптарға арналған. Бізден шығармашыл топ Алматыға уникалды барабаншыларға барып, Юрий Леоновтың үй студиясынан түз көрсетіпіз. Юра әңгімесін ұлантады. А вот этот удивительный барабан, как солнце, или скорее луна. Знаете, где луна такая? В Сахаре. А днем это солнце. И вот представьте, Сахара, палящее солнце днем и морозная луна ночью, потому что в пустыне ночью холодно. Бредут караваны, песчаные бури. Даф. Называется даф. Водится в Сахаре, в Марокко и вообще в арабских народах. Представьте, среди костров пляски берберов. Это народ Сахары. И они с мечами на лошадях, костры, и играют такой ритм берберский. Барабана тоже есть имя, мы его называем гром драм, потому что он как гром. Оба, даф ухмуш, меслерге даф квартеты менен видео сунуштайм. Ирандык кыздар тим эле керемет ойнойт экен.
Кестик. Бүгін Ақын жақын программасындағы баштаған ұрма аспаптар жөнінде кепті әмкіде Бугарабу тобы менен ұлантабыз. Қызық видео көребіз, жана шығармашылыққа мындан да жақындайбыз. Атым Жанбала, барыңырға тыныштық жана сүйі қалай.